Всем привет, ребята, Кент на проводе, и сегодня я вам расскажу, что же планирую добавить в следующих версиях Minecraft PE. Планирую добавить новые ачивки. Ребят, как по мне, ачивок явно не хватало, потому что ачивок было очень мало, а теперь добавят новые ачивки, они немножко разнообразят нашу игру, и это очень классно, очень круто, потому что теперь будет не скучно, а можно повыполнять ачивки. Также, ребята, планирую добавить новых животных, а именно черепах. Черепахи очень смешные, мне особенно нравятся их панцири, они такие квадратные, но просто я не могу. Очень классные черепашки. Также, ребят, наконец-то планирую добавить цветные стекла. Нам уже раз в миллиард обещали, и в этот раз они пообещали, что все-таки выполнят свое обещание. Потому что, ребята, они уже надоели. Обещают цветные стекла добавить еще с 0.15.0. Поэтому, ребята, держим кулачки и надеемся, что добавят это обновление. Также планирую добавить командный блок. Вот что-что, но за командный блок я на них до сих пор держу обидку, потому что, ребята, они уже обещали, мол, мы добавим командный блок еще в 0.16.0, а в итоге командного блока до сих пор нету. Поэтому, ребята, очень сильно ждем, потому что в Майнкрафт 1.1 пообещали добавить командный блок. И, конечно же, планирую добавить новые виды гравия. Ну, не знаю, ребят, как вам, но, как по мне, немножко бесполезное обновление. Ну, всего лишь немножко разнообразит мир Майнкрафта, не более этого. Также планирую добавить океан. Ребята, вы только вдумайтесь, теперь, если вы будете где-то находить большой водоем, то в нем будет вот такое вот красотище. И это просто мега-супер-крутое обновление. Не знаю, как по мне, это самое лучшее обновление из всех, что они пообещали, потому что, ребята, океана явно не хватало. Как по мне, океан очень сильно разнообразит мир Minecraft PE, потому что раньше океан напоминал, не знаю, какое-то помойное ведро, потому что там было очень уныло, очень темно. На этом у меня все. С вами был ваш Кент. Ребята, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Также напишите любой комментарий. Ну, ребята, пожалуйста, подпишитесь и нажмите на колокольчик возле кнопочки подписаться. С вами был ваш Кент. Всем удачи и всем пока.